Идея открыть подобное производство в Актобе у местных предпринимателей возникла в 2015 году. Основанием заняться изготовлением покрытий для детских и спортивных площадок стал опыт зарубежных стран, где дети могут использовать для себя, проводить время на облагороженных игровых и спортивных площадках. После выработки концепции проекта предприниматели начали мониторинг возможности получения земельного участка. И в этом вопросе поддержку оказали аким области Бердыбек Сапарбаев, региональная палата предпринимателей и социально-предпринимательская корпорация Актобе. Компании был выделен участок в индустриальной зоне. Если еще год назад на этом месте была практически голая степь, то теперь действуют полноценные предприятия. Сейчас все, что есть, это, мягко говоря, такое гаражное производство, холодное прессование, которое можно на любых 20 квадратных метрах организовать. А, к сожалению, холодное прессование, оно недолговечное. А, горячее прессование – это линия, которую мы приобрели, которую выпускаем продукцию. Это покрытие, если постелить по технологии, то до 10 лет оно себя прекрасно комфортно чувствует в наших условиях. Одно из основных преимуществ для детских площадок – это дети, они активные, да, и если ребенок, не дай бог, упадет, споткнется и так далее, то не получит каких-то серьезных травм. Отметим, что на производстве установлено современное российское оборудование «Пневматика 700» производительностью 700 килограммов входящего сырья в час. На выходе мы получаем, кроме требуемой нам резиновой крошки двух фракций, мы получаем тканевый корд, который может быть использован в нефтяной промышленности для тампонирования скважин. Далее мы получаем металлокорд, который может быть сдан на вторичную переработку. Получив сырье, мы можем приступить к выпуску готовой продукции. Далее сырье направляется в цех по производству резиновой плитки. Здесь получается масса, загружаемая на полуавтоматический карусельный станок, который обслуживает 3 человека. Он производит около 100 квадратных метров плитки за 12-часовую смену. Всего же мощность производства по утилизации шин составляет порядка 5000 тонн в год, а по производству плитки 72 тысячи квадратных метров ежегодно. При этом выпускаемая продукция более чем на 90% состоит из казахстанских компонентов. Плюс еще ко всему в нашем покрытии с учетом технологии термопрессования количество содержания самого клеевого состава очень маленькое, это порядка 6%, что тоже дает такой эффект, что это безопасно для людей, для животных и так далее. Оно не фонит даже в жаркое время года, летом, каких-то испарений, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, они просто отсутствуют. Отметим, что компания также занимается укладкой профессиональных покрытий, включая теннисные корты, мультиспортивные площадки, беговые дорожки. Может изготавливать современные стадионы для школ и вузов. В настоящее время компания нарабатывает клиентскую базу. Уже проведены первые поставки резиновой продукции в Россию. Владимир Федотов, Жанна Дельсагиев, Казахстан, Актобе.